на сцене обладатель за гран-при специальной номинации «Отчий дом» Земцова Кристина, слова Андрея Дементьева, музыка Евгения Мартынова, баллада о матери. Кроме мертвых, что в земле лежат, сколько
Теперь мы должны будем сделать очень ответственную процедуру. Сейчас на сцену будет вынесен ящичек, вот, и вам всем предстоит туда опустить результат своего голосования. Давайте их еще раз поприветствуем, пожелаем им, они волнуются, пожелаем им удачи, и пусть эта удача сопутствует им постоянно. На сцене Владимир Вовченко, член жюри фестиваля, заслуженный работник культуры Российской Федерации, человек, друживший с Евгением Мартыновым, учившийся и друживший с ним в Донецком музыкально-педагогическом институте. Концертная обработка украинской народной песни «Ничья комісічна».
Сергей Кочемазов, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии президента Российской Федерации. Стихи Роберта Рождественского «Звучи, любовь». Встречайте! Добрый вечер. Спасибо большое.
Дорогие друзья, я безумно счастлив вас видеть сегодня в этом зале. И, конечно же, самое главное, что я получил огромное удовольствие от прослушивания и конкурсных дней, и данного концерта, то в зале, то за кулисами, то, что действительно потрясающие, талантливые дети. Спасибо всем организаторам за такой прекрасный праздник. Вот лично у меня на душе сегодня праздник, потому что я вижу вот такие замечательные и уникальные таланты, которые сегодня выходили на эту сцену. Я хотел бы пригласить на эту сцену замечательную исполнительницу. Сала, пожалуйста, давайте поаплодируем. Наша замечательная красавица. И Германа Соколякова. Друзья, честно, вам хочется подарить что-то именно, что-то такое, что вам поможет в дальнейшем, действительно. Ну, во-первых, это небольшая память от меня за высокое исполнительское мастерство Германа Соколякова и Сали Хизриевой и сертификаты на запись в профессиональной звукозаписывающей студии «Акустика», с которой сотрудничаем и мы, с которой сотрудничает Юрий Григорьевич Мартынов. Поэтому, ребята, пожалуйста, все в ваших руках, дерзайте! Спасибо! Аплодисменты нашим молодым, юным, ярким талантам! Спасибо вам! Спасибо! Спасибо большое! И сейчас я хотел бы исполнить для вас песню. Это марш воспоминания. Будем помнить все и поем все вместе. Глаза, запомню я, пройду я по тебе.
заслуженная артистка России, звезда советской эстрады, дружившая с Евгением Мартыновым. Ксения Георгиади, встречайте! Сегодня вот уже вручили и дипломы, и лауреатские звания получили ребята. Ну и вот будет еще один приз, тоже немаловажный, кстати. Вот на конкурсе «С песней по жизни» я завоевала второе место в звании лауреата. И самое главное для меня – это приз зрительских симпатий. Вот так. Так что вот скоро-скоро наступит этот момент, и мы узнаем, кто больше всего понравился вот сегодняшним зрителям. Чтобы ребята не расстраивались, если вот не получилось. Ничего страшного, у вас все впереди. Боже мой, какие ваши годы. Вот, поэтому я этой песней хочу вам пожелать удачи и успехов дальнейших. Не сдаваться, вперед, петь и покорять сердца зрителей. Yeah.
саду. Лишь только к ней я подойду и вспомню вновь слова твои. Белую сирень ты взгляни в мир и вспомню вновь. Результатов голосования зрительского жюри пусть нас еще раз порадует с экранов неподражаемый Евгений Мартынов со своей незабвенной песней на стихи Ильи Резника «Яблони в цвету». Яблони в цвету, весны творенье, яблони в цвету, любви круженье, радости свои мы дарили, с ними о любви мы говорили, было и прошло. Время, но ему на зло, тебе я верю.
майский день. От яблони белой, яблонь молодых в твоем саду. Яблони в цвету за мною мчатся, яблони в цвету зимой снятся. Вновь издалека плывут в виденьях белые снега, цветов весенних. Время, но ему на зло тебе я верю. Верю в майский день, от яблонь белый, яблонь молодых в твоем саду. Яблони в цвету, какое чудо, яблони в цвету, яблони в цвету. Я не забуду, только дни считать не стану в грусти, просто буду ждать весны грядущей. Было и прошло, время, но им на зло тебе я верю. Верю в майский день, верю в майский день. От яблонь белый, яблонь молодый в твоем саду, в твоем саду, в твоем саду. Итак, наступил тот долгожданный момент, которого мы все здесь ждали. Я надеюсь, действительно искренне ждали и желали всем своим избранникам наиболее благоприятного исхода. И у нас практически две конкурсантки взяли одинаковое количество баллов. Вот я хотел бы, чтобы сейчас Кристина, может быть, ей будет проще, Кристина Земцова, проще сказать за меня. Будь добра, Кристина. Знаете, я думаю, будет правильным с моей стороны отдать свой приз молодой исполнительнице Саали, которая поразила меня своей искренностью и своим проникновением. Я думаю, что этот конкурс стал для нее отправной точкой, и она этот приз принесет по своему творческому пути. Поздравляю, молодец. Спасибо тебе большое, спасибо. Поэтому одновременно я даю пока диплом. И, Кристина, тебе диплом. Вот, не волнуйся, мы дубль этого тоже сделаем. Заслуживает Кристина этого приза? Да. Спой, пожалуйста, еще раз свою песню, ту самую, которую от тебя хотели услышать второй раз. Ибо проголосовали за тебя практически одинаковое количество голосов. Спасибо. За 30 лет
вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет как кончилась война. Хотите? Тот
солдаты догадались, за Маланью принимались. Довела ты нас, Маланья, до беды, ты рассыпала казенные бабы. Тот Маланья расходилась, раскуражилась. Вы, солдатушки, солдаты молоды, у вас нету ни усов, ни бороды. Ай, где же это видывала, ай, где же это слыхивала, чтоб зёдзер можно по воду ходить, и что можно молоду да вухулить. Чернобровую румяненькую, пересмешницу да маленькую, губки алы будто мака цвет, зубки белы будто бусинники, голоса словно гусеники. Рассыпала Маланья бабы, раскатились бабы туды-сюды. А в заключение концерта прозвучит песня на слова Юрия Разумовского, музыку Юрия Мартынова «Навеки с Россией». Плакать и запеть, Россия, край родной.
разлучить нас могла. На этой ноте можно было закончить программу, но прежде мы решили озвучить аккорд, оставшийся за кадром. После концерта, во время неформального общения его участников, родилась идея наградить призом зрительских симпатий обеих избранниц, ибо в сложившейся ситуации такой вердикт виделся всем наиболее справедливым. Идею одобрили, и вскоре дубликат стеклянного приза был торжественно вручен второй победительнице. Пусть для Саллы и Кристины этот конкурс и имя Евгения Мартынова станут яркими вехами на пути к вершинам искусства. И пусть разделенная девушками победа крепко свяжет их судьбы творческой и просто человеческой дружбой.